Так, ребятки, срочная новость, смотрим. Ну что, ребятки, доброе утро всем, кто смотрит это видео. Сейчас у нас интересный такой прикол. Вчера на ночь глядя обнаружили, что у нас в кране вместо горячей воды течет холодная, вместо холодной течет горячая. И это не шутка. Сначала тоже думал, что это смешение. Так же, как и в аварийке, куда я звонил, подумали, что, наверное, у кого-то смеситель хреновый, или биде, или там бойлер подключен неверно, или что-то в этом роде, и, короче, вода смешивается. Но нет, специально проснулся ночью, пошел потрогал стояки, реально горячий стал ледяным, а холодный стал горячим. То есть наши ребята, которые делают ремонт воды, наверное, что-то перепутали вчера на ночь глядя. То есть они у нас делают ремонт, и, видимо, под вечер уже не очень хорошо думалось, и ребятки перепутали. Поэтому теперь у нас вода наоборот. Ну, в общем, в ЖЭКе заявка принята не только от меня, поэтому пострадавших не только один стояк, как сначала мы думали, а получается вообще весь дом, ну или какой-то, не знаю, ветка по дому. В результате горячая, холодная, холодная, горячая. В унитазе кипяток, соответственно, сливать нельзя, иначе унитаз, не знаю, что с ним будет. В фильтре воды нет, потому что там кипяток, и я не буду включать фильтр с горячей водой, потому что он быстро забьется. Ну, короче, шкандыбаю в магазин за водой. В 22-м году. Питер. 5 мая. Почти лето. И нет воды. Ну, грубо говоря, никакой, хотя посуду мыть можно. Латуха. Всем спасибо. Фронталка 88.00. Ну, как бы не хотелось мне отомстить ребятам-сантехникам, это не моя работа.